Скверы, улицы, парки и набережные. В администрации Твери от жителей города ждут предложений по благоустройству общественных территорий, которые будут включены в список для рейтингового голосования. Инициативы будут собирать до 24 февраля. Лучшие предложения примут во внимание при планировании работ. Тему продолжит наш корреспондент. Сейчас общественной комиссией администрации города сформирован перечень из 18 территорий, которые этой весной будут представлены на выбор жителям при проведении рейтингового голосования. Некоторые общественные территории уже не раз выставляли для народного выбора. В выборе на 2023 год участвует зеленая зона на бульваре Гусева. Возможно, в следующем году эта территория сможет преобразиться. Проектом предусматривается создание свободных зеленых зон, которые учитывают уже сложившееся направление. Планируется создание мощенных аллей, установка скамеек, уличного освещения. На голосование выставлены популярные у горожан общественные территории, давно требующие преображения. Например, набережная Степана Разина. Здесь предполагается заменить плитку. Также в голосовании не первый раз принимает участие улица Трехсвятская. Единственная пешеходная улица в Твери является центром притяжения жителей и гостей города, любимым местом прогулок и отдыха, встречи, общения, совершения покупок и просто транзитного движения. Целью благоустройства является выявление основных функциональных зон в общем пространстве пешеходной улицы и разбивка уличного мощения по типам: зона активного перемещения пешеходов, островки отдыха, зоны размещения летних кафе, выставок, арт-объектов, а также размещение городской мебели, элементов освещения, озеленения и информации. Есть и новые общественные пространства, которые впервые попали в список претендентов на благоустройство. Например, в Заволжском районе это молодежный бульвар и улица Соминка. От состояния места общественного отдыха во многом зависит привлекательность города для туристов, предпринимателей и, конечно, самих жителей. Территории, которые были выбраны для благоустройства в 2022 году, начинают свои работы и благоустройство с 1 апреля 2022 года. В настоящее время по территориям, которые победили в прошлом году, ведутся подготовительные работы. Территории к ним относятся это сквер на улице Хромова и сквер на улице Громова. В этом году по проекту работы проведут в лесополосе на пересечении улицы Громова с улицей Гайдара в Мигалово, где вместо стихийных зарослей появится благоустроенный парк. А недавно стартовали подготовительные работы по благоустройству сквера на улице Хромова 84. Жителям города Твери необходимо принимать активное участие по предоставлению своих предложений по видам работ, которые потенциально могут быть выполнены на этих 18 территориях. Жители могут направлять на почту департамента ЖКХ свои предложения. Данные предложения будут анализироваться и учитываться при разработке проектной документации. Рейтинговое голосование проводится с 2018 года. Например, по решению жителей Твери появилась прогулочная зона в Мамулино, аллея Славы. В Южном создали современный сквер с фонтаном. Новые прогулочные зоны появились на улице Артюхиной и в поселке Химинститута. Напомним, что в сентябре 2021 года в Твери завершилось благоустройство Мигаловской набережной. Голосование за городские объекты, которые могут быть благоустроены в следующем году, состоится этой весной с 15 апреля по 31 мая на федеральной платформе za.городская-среда.ру.